плане развития это, в принципе, в этих словах уже сказано. То есть отсматриваются молодые игроки, помогаются им тренировки для них специально делать, чтобы повысить уровень их мастерства, индивидуального мастерства. Для тренеров посмотреть, кто как реагирует на тренировки, кто как добавляет. В отличной форме находятся, какой они должны быть, да, на начальном вот этом этапе. Ребята, они не прекращали тренировки, они самостоятельно занимались. Первостепенная задача развития наших молодых игроков. По работе с отягощениями, по работе именно с дополнительным оборудованием ребята соскучились. Да, и видно было, что ребятам сегодня понравилось на тренировке. Дальше по ходу сбора мы будем увеличивать нагрузку, по ходу будем добавлять веса. Так как многие не катались очень долго, почувствовать и катание нужно, и почувствовать шайбу нужно, и перемещение. То есть подготовить ребят к основному лагерю, ну и, естественно, к сезону.